Весна бушует в городе. Лужи и грязь на дорогах к долгим пешим прогулкам не располагают, однако скучать в предстоящий уикенд тоже не стоит. Вместе с нашей рубрикой «Афиша» мы предлагаем вам подобрать занятия по душе, под крышей. Куда пойти и на что посмотреть далее. Включайся! Марафон мастер-классов проходит в Набережных Челнах. В молодежном центре НУР до 17 марта будут организованы встречи с известными в городе людьми. Среди заявленных к обсуждению тем – искусство, технология творческого мышления, вокал, мода, театральное мастерство. Челнинские художники, музыканты, руководители проектов и КВНщики расскажут, как добиться успеха, занимаясь любимым делом. От теории можно переходить к практике. В эти выходные в концертном зале ДК «КамАЗ» пройдет фестиваль КВН Лиги работающей молодежи. На протяжении всего сезона 2019 шутить о родных предприятиях и не только будут 8 команд. Познакомиться с ними зрители смогут уже в эту субботу. Любителей фантастики приглашают на ежегодный фестиваль F4. Тема нынешнего – альтернативная история Земли. Гостям подготовили мастер-классы, интерактивы, квесты, настольные игры, концертную программу и особое дефиле. С помощью мобильного планетария зрители смогут посмотреть на небесные тела. Ждет челнинцев на фестивале и личная встреча со звездой, писательницей Юлией Андреевой. Впрочем, познакомиться с гостьей поближе челнинцы смогут и раньше. 16 марта Юлия Андреева там же, в Центральной библиотеке, почитает свои стихи. А 18 марта выступит с лекцией «Прототипы литературных героев» и представит свою новую книгу. К приезду столичных звезд, а особенно народных артистов, подготовиться стоит заранее. Все меньше билетов остается на юбилейный концерт Любэ, посвященный 30-летию группы. Состоится он, напомним, в концертном зале Сары Садыковой 23 марта.